в Мариуполе, провонявшем трупами, в подвалах которого десятки, сотни и тысячи, вероятно, мертвых людей, посреди этого Мариуполя воздвигнута Потемкинская деревня. Воздвигнуто несколько зданий с пестрой раскрасочкой. Там нету ни водопровода, ни электричества. Там нет тепла. Это декорация. Это Потемкинская деревня. И мы же знаем, что именно в этих краях Потемкин строил свои потемкинские деревни. И корреспондентов, которые сейчас приезжают в Мариуполь что-нибудь поснимать, им выдают прямо вот такие фотопредписания, с какого угла, чтобы, не дай бог, не дай боги, не влезли какие-нибудь раздолбанные строения, чтобы картинка сохраняла бы свою жизнерадостность.